Привет! С вами канал Лазаревская Форева. Будем Тревел. С вами любимые форевушки Елена и Владимир. И мы, друзья, сегодня в Саратове начинаем свой влог. Солнышко светит. И, кстати, здесь уже намного теплее, чем было в Перми и вчера в Татарстане. Угу. Вчерашний день у нас прошел, ребята, незаметно. Мы ехали втроем. Мы, в принципе, едем втроем до моря. Мы выходим в Лазаревском, наш сосед выходит в Сочи. Вот. Соседа на 34-м месте у нас так и не будет, скорее всего. Да, скорее всего. Что, в принципе, комфортно. Вот. Вчера мы проехали Татарию, Удмуртию. Сегодня у нас впереди, значит, Саратов, Волгоград. Вечером будет Сальск. Но Сальск там уже будет темно, и там обычно не разрешают снимать. Скорее всего, что... Посмотрим, как закончим видео. Вот. Ну, в общем, поездка проходит у нас отлично. Едим вкусно. Едем, спим, едим. Такой режим. Сейчас мы находимся, еще раз повторим, в городе Саратове. В Саратове нас всегда встречала Татьяна. Татьяна, огромный вам привет. Мы уже как родственники с вами. Татьяна в этот раз не сможет нас прийти и встретить, потому что она переехала в другой район. Ну, а мы приезжаем слишком рано. Конечно, очень рано плохо добираться до вокзалов, мы сами понимаем. Но все равно огромный вам привет и огромное спасибо вам за вашу поддержку. Мы все от вас получили. Спасибо огромное. Обязательно на какие-нибудь вкусняшки потратим вашу поддержку материальную. Ну и от нас вы получите сердечки. У нас, кстати, очень много людей поддерживает. И всем вам мы обязательно оставим сердечки на море, на пляже. Все увидите в наших роликах. Смотрите. Не переключайтесь, главное. Также, ребята, хотим передать привет всем, кто живет в городе Саратов. Кстати, Саратов встретил, можно сказать, теплом. Вот сейчас показывает 7 градусов, днем 19, но воздух намного теплее, чем был вчера. По ощущениям потеплее будет. Здесь просто нету ветра такого северного, холодного. А вчера просто на всех станциях дул, можно сказать, ледяной ветер. Вот такую мороженку покупаем попробовать. 15% на вафлях. 150 рублей. Здесь все, любое мороженое 150 рублей. Просто интересно попробовать то, что 15%. 15% это должен быть настоящий пломбир. Сейчас кофе заварим и с кофе попробуем. А может без кофе вначале попробовать? Может быть. Мороженка. Она не расставила мне. Так, давай, короче. Белая зависть называется мороженое. Вот тут написано белая зависть. А, отъехал один из поездов. И нам открылся вид на вокзал Саратов. Так понимаем. Стало просторно. У нас стоянка здесь сколько? 46, по-моему, минут. Сейчас попробуем мороженое. Маневровые работы идут. А мы пробуем с вами мороженое. Вот так вот оно выглядит. Без растительных жиров и жирность большая. Угу. Вкусное мороженое. Как масло масляное. Рекомендуем. Кто будет проезжать мимо Саратова, покупайте такое мороженое. Я думаю, в магазинах оно стоит рублей 50-60. Но здесь вокзал, оно стоит 150 рублей. А теперь и Вова попробует мороженое. Пломбир на сливках называется. Угу, пломбир? Я говорю, настоящий пломбир. Масло масляное такое. Очень-очень вкусно. Я думаю, сейчас без кофе даже съедим его. А потом будем уже кофе заваривать. Свой японский. Сейчас солнце уже
немного выше становится и становится намного теплее. Нету ветра. Прям замечательно. Я думаю, что сегодня в Волгограде будет еще теплее. Угу. Так что погреемся с вами на солнышке. Да. И здесь днем плюс 24 градуса. Ну что, погуляли в Саратове. Теперь идем заваривать кофе и едем дальше. У нас следующая большая станция – это Волгоград. В соседнем купе у нас все вышли, видимо, в Саратове. Хотя вот здесь, наверное, даже вообще не поселялись. Видно, что там заправлено проводниками. Угу. Нижние места только были заняты. Итак, мы покидаем город Саратов. Здесь уже тепло. Саратов, пока-пока. Нас ждет Волгоград. Сейчас увидела, вот там в киоске лаваши привезли. Свеженькие, видимо. Так что те, кто будут проезжать днем, смогут купить свежий лаваш. У нас сейчас будет станция Карамыш. Но нас там выпускать не будут. Там будут откачивать кое-что лишнее. Да. Вот. Продукты жизнедеятельности. А мы будем готовить с вами завтрак. На завтрак у нас сегодня будут гамбургеры. У нас есть вот такие булочки отрубные. Колбаска. Кстати, очень удобно нарезку брать колбаску. Тоненько нарезано. Здесь она у нас трех видов. Сыр плавленый, вот такой сливочный. Ну и овощи. Давайте готовить. Булочки. Первым делом, да, булочки режем пополам. Вот таким образом. Шляпки отдельно. Да. Ножки. А донышко отдельно. Ножки отдельно, шляпки отдельно. Затем мы берем, можно пластмассовый такой ножичек. И намазываем все наши булочки вот так вот сливочным сыром. Угу. Ровненьким слоем. Проделываем это с каждой булочкой. Угу. Так, булочки все намазаны сыром. Затем укладываем колбаску. Вот таким образом. Можно будет в три слоя, потому что колбасок много. И получится. Разных сортов постараемся вот так вот уложить. Так. Потом вот сюда вот такую, а сюда вот такую. Тоже по два слоя получилось. Получилось так. Колбасное ассорти. И давайте еще как раз у нас по три кусочка колбаски будет на каждом. Три кусочка. Дальше мы делаем овощи. Нам их надо нарезать. Так. Вот таким образом нарезается огурчик. Длинненькими полосочками такими. Да, вот такими ломтиками. Угу. Так, следующим слоем идут огурчики. Вот такими ломтиками положить на колбаску. Сейчас попробую еще помидорки также порезать. Да, далее режем также помидорки. Длинненькими такими. Ломтиками. Вот так вот, как получится. Угу. И добавляем сюда огурчиком. Вот так вот. Тоже намазанный сыром. Я думаю, будет вкусно. Может, не полезно, но вкусно. Но вкусно. Вот такой вот у нас сегодня завтрак. Собранный бургер. У нас еще остались томатики, поэтому я их вот так вот просто разрежу. Ну и, конечно, завариваем наш японский кофеечек в дрип-пакетах. Таким образом прокапывается. И добавим обязательно сливки. Да, сливки добавим. И всем приятного аппетита. Добавили сливки. Получилось по стакану вот такого обалденного кофе. Заварного. Кайфушки. Очень вкусный кофе. Горяченький. Такой же кофе у проводницы стоит 165 рублей за стаканчик из капсульной машины. Ну, у нас из дрип-пакетов. Вот экономия есть экономия. Да. У нас этот пакетик выходит на Вальберисе, мы считали, примерно 35-38 рублей. Ну, и всем приятного аппетита, кто сейчас кушает или собирается кушать.
У нас пока стоянка. Карамыш. Карамыш. С той стороны, скорее всего, что эти машинки ездят. Мы, друзья, приехали по ходу, что это станция Карамыш. Продают арбузы и дыни. Дынька 150 рублей, арбуз не знаю сколько. Вот стоит машина, и там продают арбузы, дыни. А мы ждем вот ту машину, слоник. А вот, да. Все, что лишнее, сливается, говорят, вот в эту яму. Да, 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 да. Это не лишнее, это нужное. Ну да. Информация нужная. Машинка вот эта проедет, и все потом сольет. Стояли дыни, стали 100 рублей, подешевели на 50. Сейчас ресторан заказал дыньки, и они поехали в ресторан выгружаться. Вот этот процесс. Машинка проехала. И вот говорят, реально, что не сливают вот сюда, вот в эти колеса. Машинка развернулась и подъехала. Кстати, первый раз вижу такой процесс. Вот смотрите, ребята, сам процесс. Что-то нас не откачали пока. Ну, видимо, переполнился бак у него. Сейчас сольет. Как он только приехали, у нас просто очень много, у нас вагонов очень много. Не железные, да, либо какие-то? Нет. Так что вот такое эксклюзивное видео будет только на нашем канале. Это станция Карамыш. Многие ее проезжают, но немногие видели вот этот процесс перегрузки лишнего. Пойдемте дальше, пойдемте пить чай. Вам было интересно? Мне лично было интересно. Я езжу часто, 35-й раз мы едем, но вот это мы видим первый раз. Вторая машина, которая будет, видимо, откачивать у нас. О, не знаю, видно вам, не видно, к нам подцепили. А у нас сейчас будет слово чаепитие. Вот с такими батончиками. Банан с клубникой. И чай заварили. Итак, мы уже заехали в Волгоградскую область. И вот здесь вот такая вот природа интересная. Ребята, еловый лес вон там какой-то. Здесь сосновый. Такой пролесок. Ну, естественно, тут защитная полоса для полей. Там дальше поля идут. И какой-то карьер там светится беленький. Здесь как будто еще лето. Даже на осень не походит. Мы подъезжаем в город Волгоград, и здесь плюс 21 градус. Это первый город, где тепло. Бейкер-стрит. И уже опять ничего не видно, потому что забор. Подъезжаем на вокзал Волгограда. Смотрите, какой поезд стоит. Написано «Узбекистан». Я первый раз такой поезд вижу. Ташкент, Волгоград. Какой-то фирменный, видимо.
А с другой стороны вот такие паровозы, тепловозы. Угу. И все, совсем скоро мы будем на платформе в Волгограде. Все, вот на платформу уже пошла. Мы опять на третьем вроде пути. Ни разу не были на первом пути. Да, третий путь. Волгоград нас встречает. Первый путь с высокой платформой. Москвич какой-то. Фирменный на первом пути стоит. Ребята, здесь так тепло, правда ветер, но ветер очень теплый. Наконец-то первое тепло, мы так рады. Надеемся, что завтра еще будет теплее. Должно быть. И сейчас мы хотим передать приветы всем жителям Волгограда. Уважаемые пассажиры. И особенно хотим передать приветы нашим коллегам каналу. Крислайф. Просто меня перебивает эта женщина. Она постоянно разговаривает то на английском, то на русском. Крислайф, привет! Мы у вас в городе. Ура! Зачем здесь так часто прямо передают что-то? Мы и так все видим. Вокзал, конечно, очень красивый. Друзья, и мы вот в Волгограде. Сейчас правильно хотим снять видео по солнышку, но правда вот мы будем маленько морщиться. Да. Привет всем жителям Волгограда, а особенно нашим коллегам каналу Крислайф. Крислайф, привет! Привет! Кристина, Женя, Маша, Света. Мы в вашем городе. Огромный вам привет от нас. Покажем вам ваш еще вокзал. У вас вокзал очень красивый. Сейчас еще сходим, посмотрим сувениры. Мне заказали тарелочку купить в Волгоград. Хочу посмотреть, какие здесь тарелочки есть. Тарелочки есть вот такие маленькие, побольше. Все стоит без ценников. Кружечки вот такие Волгоград. Есть вот такие вот маленькие, 250 рублей. Чуть побольше. А побольше, наверное, 350, да? Какая? Вот эти вот. Нет, эти тоже 250. 250. Тоже просто магнит. Вот такая вот 350 рублей с подставочкой. И с магнитиком. Давайте вот такую возьмем туда. Есть разные игрушки, брелочки «Волгоград, Россия». В общем, мы купили вот такую тарелочку. Просто по заказу не заказали. Чтобы на обратном пути я не забыла. Просто я сейчас пока помню. Тарелочка очень даже красивая. Как наши многие подписчики знают, мы собираем с Вовой кружечки. А у меня есть подруга, которая собирает тарелочки из разных городов. Так вот, эта тарелочка для нее. Открываем мороженое. Кстати, вот это мороженое мы покупали в мае месяце, и оно стоило здесь всего 100 рублей. Сейчас это же мороженое стоит уже 150. Инфляция. Инфляция, да. Бизнес, ничего личного. Бизнес. Давай пробуй, Вова. Вкусное? А то, может быть, сейчас уже за 150 и невкусное. За 100 рублей оно было очень-очень вкусным. Уважаемые пассажиры, нормально? Давай я сейчас тоже попробую. Точно оценю туда. Сейчас спросили котлеты, увидели в одном киоске, там 3 котлетки не осталось. Котлеты стали стоить 130 рублей. В мае они стоили 100 рублей одна котлета. Но мы сейчас нагуливаем аппетит, если захотим, то купим. Но если не нагуляем аппетит, то не купим. Еды у нас, в принципе, достаточно. Сверху над нами проезжает троллейбус. Друзья, так давно не видели троллейбусов. В городе в Перми тоже когда-то ходили троллейбусы. Мы сейчас так скучаем по ним. Было же время, да? У нас сейчас только автобусы и электробусы. В одном киоске увидели вот такие кружки.
Волгоград, город-герой. Такие вот большие, есть маленькие тоже. Волгоград, Сталинград есть. Со Сталиным тарелочком. Также есть Юстем. Я не знаю, вам видно, не видно, здесь солнышко отсвечивает. Скоро уже отправление нашего поезда. Пойдемте в вагон. Еще немного посидим. Выставим вам посты в Телеграм. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм. У нас там увидите все прямо, можно сказать, в прямом эфире. А кто подпишется на Лево ТВ, тот увидит даже короткие ролики. Да, у Вовы очень много видосиков коротышек. Ну что, друзья, мы уже отправляемся из города Волгоград. Нас ждет море. Хотим еще раз привет передать всем жителям Волгограда. В Волгограде очень много сувениров. И кружки, и тарелки, и брелочки. Киоск на киоске. Сейчас посмотрим еще раз на вокзал. С первого пути ушел поезд, и теперь видно весь вокзал полностью. Очень красивый вокзал. А обратно, когда мы в этом году поедем, уже будет темно. Электричка стоит на втором пути. Маленькая такая. Волгоград, пока-пока. Картина за окном вот такая. И мы решили перекусить. Перекусывать будем люля-кебаб с овощами гриль. Сейчас у проводника разогреем. Ну и всем нам приятного аппетита. Выглядит это блюдо вот так вот. И мы сейчас его переложим вот в такие пластиковые контейнера, чтобы разогреть в микроволновке. Тут овощи, очень много овощей, баклажаны, кабачки, я так понимаю, перец сладкий, лук и две люляшки. Все довольно аппетитно. Очень вкусно. Мы уже покупали блюдо проверенное. Продается в Ашане. Да. Для поезда самое то. Станция железнодорожная. Очень медленно едем, но совсем не останавливаемся. Вот Вова сходил, разогрел. Смотрите, с дымочком. Такая вот вкусняха, можно сказать. У нас еще остался лавашек, так что приятного нам аппетита. Волга-Донской канал. И закат очень красивый. Вот Волгоград ходит. Ходят еще баржи по Волге. Проезжаем шлюзы, баржа стоит, видно, и мы по мосту едем. Здесь их 13 шлюзов. Кстати, их видно, да, вот сколько? Посчитать не могу, но так. Лошадей не можем разглядеть. Там, говорят, лошади где-то на шлюзах. Дачные участки. Thank you.
нам уже стемнело, и мы решили приготовить ужин. На ужин будем готовить салат с крабовыми палочками. Но не Красное море, а немного другой. Нам надо будет яички перепелины, перчик, помидорчики, огурчики, сметанный соус, крабовые палочки, кукуруза. Что, приступаем готовить? Покажем вам результат. Вот, друзья, у нас и готов наш романтический ужин. Сегодня у нас заключительный в этом поезде, в этой поездке. Мы приготовили вот такой салат. Не Красное море, но с крабовыми палочками. Кукуруза, огурчик, перчик, помидорчик, крабовые палочки, яички. Ну и, конечно, это все надо будет дополнить капелькой майонеза. Ну и бабушкин компот из Португалии. Всем приятного аппетита! На этом сегодня это видео будем заканчивать. Всем до новых встреч в наших роликах. Всем удачи, всем здоровья. Всем пока-пока-пока.